главные родительские обязанности, чтобы ребенок был сыт, наблюдался у медиков и получал образование или другую социализацию. Но не все родители справляются с этим. Почему? Рассмотрим на примерах. Это программа «Семейный контролер». Я ее ведущая Саржана Мурдагеева. Смотрите в этом выпуске. Ему 9 лет. Угу. Он не ходил никогда в школу. Угу. Мы по РК ездили. Сотни отговорок и никаких действий. Почему мама особенного ребенка не показывает его специалистам? Ты когда домой поедешь? Когда меня сейчас поеду. 2 часа поисков ради одной фразы. Зачем многодетная женщина ведет кочевой образ жизни? Ну кого обижать, если у него не в голове, не там, но дело тронуло его, убил. Что не поделили отчим с пасынком и как собираются решать конфликт. Один из сигналов поступил из Иволгинского района. Как оказалось, по этому адресу мы уже были несколько лет назад. Но тогда семью не поставили на учет. Посмотрим, что будет на этот раз. Почти полчаса на наш стук никто не выходил. Мы уже начали сомневаться, что хозяева дома. Но со слов соседа, женщина, возможно, пряталась. Пьет, да? Есть такое? Она не открывает, она не откроет. Часто выпивает. Ну, как ребячьи деньги получится? Мы решили действовать измором. Спустя какое-то время женщина все-таки поддалась. А я не слышала, выходила. А, здрасте, можно, да? Ну, как у вас дела? Ну, нормально, ремонт делаем. Сами идет в комнате сделала. Сказали, пьете? Да. Хорошо тогда. Да. Было у меня подружка, приезжала, это день рождения, было. Возможно, по этой же причине разбежались и дети. Всего их у женщины 3. Но старшему уже исполнилось 18, он живет отдельно. Средней дочери 15, она живет и учится у родственников в районе. С мамой только младший. Но, как выяснилось, и с ним одним она справиться не может. Он показывает, что машина, объясняет машину. Брось в опад. Ему 9 лет, он не ходил никогда в школу. Угу. Мы по РК ездили. Потом вот опять вот этот... Пандемия началась, и у нас вот это все встало. А когда вы поняли, что у него проблемы со здоровьем? Ну, вот мы 2 года уже как стоим. Где именно стоят и зачем, женщина ответить не смогла. Но факт в том, что у ребенка очевидные проблемы с речью, а, возможно, не только с ней. В 9 лет он не говорит совсем, но при этом у мальчика не оформлена инвалидность, и он не получает лечения. Что-то поздно как-то вот вы опомнились, так скажем. Ну, как-то у меня первый ребенок тоже, у него было врожденное заикание. Угу. И как бы я думала, может, это врожденное так. А инвалидность вы ему устанавливали? Ну, вот мы начали, когда вот проходить вот это все. Ой. Но у нас, чтобы пройти бесплатно, это надо ходить и обивать порой. Ну, конечно. Это тяжело через нашу поликлинику проходить вот это все. Неправда. Все проходят. Ну, ребенку 9 лет, что ж вы не могли столько лет, вы бы давно очередь дождались свою бесплатно, все прошли. А вот эти деньги лишние. Если вы впредь будете так попустительски относиться к своим материнским обязанностям, вы знаете, чем это грозит. Его просто заберут у вас. Потому что просто кормить ребенка недостаточно. Ситуация, я считаю, надо бить во все колокола. 9 лет ему. И он уже должен, может быть, мог пройти какой-то курс лечения. Может быть, ему лучше стало, может, он бы заговорил уже. И с этим согласился неожиданно появившийся брат нашей героини. И пусть в пьяном виде, но мыслит он явно трезвее сестры. А она почему гуляет? Что мы с ней делать будем? Гулянками что делать ее? Как вы думаете, надо? Думаю, перестроим. Сколько бьете? 2 дня уже? Если не врать. Если не врать, то бьете? 2 дня. Надо ее в ежовые рукавицы, значит, взять и в поликлинику. Ясно. Ясно. Задача поставлена. Бросить пить, ребенка вылечить. И, надеемся, задача будет выполнена. Ну а органы опеки проследят за этим. На этот раз семью обещали поставить на учет. Данная семья на учете у нас в Волгинском районе не состоит. А я считаю, что, в принципе-то, мать не полностью
исполняет свои родительские обязанности, хотя дома у нее чисто. Потом у нее продукты, в принципе, все есть, необходимые для ребенка. Но развитие ребенка, получается, отсутствует необходимое восстановление инвалидности и медицинское обследование, которое необходимо сейчас. Ну, наверное, мы будем ставить на контроль, будем следить за этой семьей. Еще один сигнал поступил из Октябрьского района. Нам сообщили, не очень молодая семья с очень маленьким ребенком злоупотребляет спиртным. Что ж, проверим. Здравствуйте. Здравствуйте. Проживает. Да. Ребенок маленький, да? Это вчера в гости были, гуляли. Вчера день рождения был, поэтому... А у кого день рождения было? А? У меня? Так тоже бывает. Не успели на порог ступить, а бутылки пустые сами навстречу валятся. И хоть бабушка и пыталась убедить, что повод был уважительный, картину, так скажем, лицом мы уже увидели. Вы сейчас выпишете тоже, да? Ну, он завтра уезжает на работу вечером, ага, на вахту. Я гуляла, она не гуляла. Но порадовало, что хоть сама мамочка действительно оказалась трезвая. Заверила, что ребенок долгожданный, поэтому рисковать им ради спиртного не будет. У вас единственный ребенок, да? Ага. Я под 40 лет родила его. В общем, знайте, что если будете гулять, все равно кто-нибудь сообщит. Мы видим, что у вас есть, да. Вы, главное, не гуляйте, он же маленький. До этого семья никогда не стояла на учете у органов опеки. Не поставили на контроль и на этот раз. Но маме разъяснили, чем может грозить разгульный образ жизни. И если сообщения продолжатся и, не дай бог, подтвердятся, то малыша могут забрать. А вот в другой семье ребенок сам норовит убежать подальше от дома. И говорят, уже не первый год. К нам поступил сигнал, что в микрорайоне Восточный часто скитается 17-летний юноша. Со слов неравнодушных, немного не в себе. Мол, постоянно попрошайничает и жалуется на отчима. Мы узнали адрес молодого человека и решили проверить. Обижаете? Это ваш пасынок же, да? Ну, кого обижать, если у него не в голове, не там, но... Я вот тронул его, убью, нафиг мне мужик. Вон, пусть все мать разбирается. Он ее сын. А старший сын вас где? А, Алеша? Да. Он работает, школу строится в Волге, он там работает. А почему он не учится? Ну все, он один класс закончил, не учится, не работает, не хуже. У женщины трое детей. Из них двое от первого брака. Средний сын живет у тети, а старший учился и жил в интернате для особенных детей. Закончил основную программу и не поступил. Мать должна была пройти с ним комиссию и, возможно, оформить инвалидность. В РПНД поместили вы его? Нет еще. А почему? Он пока работает, деньги зарабатывает на дорогу. Да он сам должен себе зарабатывать, что он... Да, такой уговор, потому что он деньги украл. Мы получили за 3 месяца. 53 тысячи. Он украл и уехал. Оказывается, молодой человек действительно совершил такой проступок. Родители даже вызывали по этому поводу полицию, но разбираться, почему молодой человек так поступил, очевидно, никто не стал. Тем временем, вполне возможно, парня что-то беспокоило, что он решился на такое, или просто не хватало внимания. Как мы поняли из разговоров, заниматься взрослым, особенным ребенком, никто не торопится. Так он несовершеннолетний, не он же должен пройти, вы должны вместе пройти. За город еще проезд много, что ли, стоит? Так а там везде это, МРТ, это все же платно. Да, КБ все бесплатно. Вам было успевать, пока ему 18, да, не исполнилось? Да. Ну как, ты, видимо, надо. С ним есть, да? Ну как, если он крадет, врет, ломает, крушит, но как с ним? А сейчас его трогать-то нельзя, все, а на словах он обижается. Разбираться в таких обидах, конечно, задача психолога. Но захотят ли родители организовать такую консультацию ради мирной обстановки в семье – вопрос сомнительный. Что касается социального обеспечения, семья ни в чем не нуждается. Поэтому на учет их, скорее всего, не поставят. А парню, между тем, скоро исполнится 18. И, очевидно, он так и продолжит скитаться в одиночестве по улицам. На поиски следующей семьи ушло несколько часов. Мало того, что живут они далеко от города, так еще и любят кочевать из одного поселка в другой. Но главное, есть результат.
Двери открыты, во дворе разбитые стекла, пересохшее белье, пустые бутылки и тощие животные. Такое ощущение, что хозяев в этом доме не было очень давно. Между тем, здесь проживает многодетная подучетная семья. Они уже не раз светились за распитием спиртного, а ребятишки все дошкольного возраста. Куда они могли деться, мы попытались разузнать у соседей. Давным-давно. Ну, даже не скажу вам, когда я видел. Ну, а где она? Только если только в Мандрике. В ближайшем поселке проживает подруга нашей подопечной. И, судя по всему, приезжают наши потеряшки к ней очень часто. При одном только упоминании имени соседи переглядываются и рассказывают, что как раз недавно ее видели. В итоге, благодаря сарафанному радио, девушку с детьми удалось найти. Камеру убери. Ты что орёшь? А потому что нехрен меня снимать без моего разрешения. Вы меня вчера видели. Да. Я с ребятишками гуляла, я не пью. Ты когда домой поедешь? Когда меня сейчас очень поеду. Снимает. Вот так, буквально ради одной фразы, органы профилактики готовы часами искать подопечные семьи, чтобы убедиться, что с детьми все нормально, и они под присмотром трезвых родителей. И смотрите во второй части нашей программы. Ну, вы понимаете, да, что вы стоите как на контроле, как семья в социально опасном положении. Субъекты вас будут проверять постоянно. Проверка подучетных семей, все ли справляются с трезвыми задачами. Она меня должна была забрать, но она умерла от рака. Боль и надежда, о чем жалеет и на что надеется 14-летняя Наташа в рубрике «Мама, найдись». Время, которое у нее появилось, она может посвящать занятиям с детьми. Поддержка многодетных в рубрике «Бюджет». Напомним, какие выплаты положены семьям с тремя и более детьми. Повторные сигналы для нашего проекта не редкость. К примеру, к следующей героине мы приезжаем уже в третий раз. Посмотрим, насколько изменилась ситуация здесь. В этой семье проверяющих уже встречают как родных. Семью поставили на учет около 3 месяца назад, после выезда семейного контролера. Тогда жалоба поступила на пьющих родителей и бабушку, и опасения подтвердились. После этого соцработники здесь частые гости. Гуляет она, ага. Она не гуляет, она вот у нее. Ну, на днях гуляла. Уже не видели, да? Или зубы лечила она? Я звонила, она сказала, иду. А иду, где она иду, фиг ее знает. Со слов бабушки, мамочку вызвали на работу. Вот только рабочее время уже вышло, и голос по телефону заставляет задуматься. А вы когда домой придете? Уже не знаю, сейчас машинку заплюсь. Я сама под дождем замерзла. Вы скажите, она опять, судя по голосу, что-то мне кажется, нетрезвая она. Какая-то подозрительный голос у нее. А хрипатая вся. Что стало причиной осиплости на самом деле, установит теперь инспектор ПДН. И так как семья подучетная, вернется к ней сегодня же. Ну, вы понимаете, да, что вы стоите как на контроле, как семья в социально опасном положении. Субъекты вас будут проверять постоянно. И чтобы, конечно, распитие спиртных напитков это не допустимо. Напомним, если семья признана находящейся в социально опасном положении, прийти с проверкой могут в любое время, и каждый недочет будет фиксироваться. Затем выноситься на общую комиссию. Если в течение года семья не получит ни одного замечания и улучшит свои условия жизни, ее могут снять с учета. Если же наоборот ситуация станет хуже, детей могут забрать. Ну а сейчас рубрика «Мама, найдись». И на этот раз у нас непростой случай. Героиня нашего сюжета – подросток. В этом возрасте очень сложно найти родителей. Но нужны они не меньше, чем малышам. Почему? Убедитесь сами в следующем материале. Привет, меня зовут Наташа, мне 14 лет. Я люблю заниматься рисованием, люблю играть на инструментах, люблю слушать музыку, петь. Я училась в музыкальной школе, когда была в приемной семье. Я и на танцы, на пение ходила. Ну, меня забрали в приемную семью в 3 года. А я, получается, жила со своей приемной мамой, Аленой. Ну, есть такое, что я убегала из дома, когда мы ругались. И все, потом к
кто-то нажаловался, и меня, получается, увезли. Я хотела к ней вернуться, она мне должна была забрать, но она умерла от рака. 21 сентября будет ровно 3 месяца, как ее нету. Потом, получается, я попала к тете, к своей родной, по маминой линии родной. Она меня сдала. Ей не нравилось, как я себя веду, все такое. Ну, я себя веду нормально, но иногда, да, бывает, что я там, ну, балуюсь, там что-то грублю. Ну, бывает такое, да. Просто я испортила себе жизнь этим. Сначала бегу, а потом уже думаю. А сейчас я просто начала сначала думать, а потом уже, ну, делать. Ну, я выросла, готова работать над собой. Я после 9 хочу поступить на медицинский, стать врачом, как мама хотела. Я бы хотела найти такую же хорошую маму, как моя мама Алена. В рубрике «Семейный бюджет» сегодня поговорим о поддержке многодетных семей. Какие выплаты положены, насколько они необходимы и как могут изменить образ жизни семьи. Смотрите прямо сейчас. Александр и Людмила познакомились 12 лет назад. Почти сразу поняли, что хотят создать семью. Спустя 2 года сыграли свадьбу. В этом же году, получается, у нас родилась старшая в декабре. Вот ей сейчас 10 лет уже будет, среднему сыну 6 лет и самой младшей 4 года. Самое сложное – это, ну, конечно, воспитание и сейчас вот в плане здоровья. Дети для молодых родителей – это самое главное направление жизни. Чтобы максимально уделять время их воспитанию и развитию, решили, что мамочка не будет работать. Переживали, что будет туго с финансами. Помогла господдержка. Сначала семье предоставили материнские капиталы, сейчас получают пособия на детей с 3 до 7 лет. Все эти выплаты, которые, ну, ежемесячные дают, они позволили, так сказать, реализовать интересы детей. То есть супруга у меня домохозяйка. Время, которое у нее появилось, она может посвящать занятиям с детьми, то есть водить их на какие-то тренировки, на секции, на дополнительные занятия. То есть в любое время. Я считаю, что это очень хорошая поддержка для многодетных семей. Сегодня различные меры поддержки в Бурятии получают почти 24 тысячи многодетных семей. В том числе 14 тысяч получают ежемесячные выплаты в рамках нацпроекта «Демография». Это около 15 тысяч рублей на одного ребенка до 3 лет. Кроме того, многодетные семьи могут воспользоваться компенсацией за приобретение лекарственных средств, а также получают пособие на ребенка. А здесь оно выплачивается до достижения возраста 16 лет. Кроме того, многодетным семьям республики полагается республиканский материнский капитал. На сегодня его размер составляет чуть меньше 60 тысяч рублей. И полагается он семьям, в которых доход на одного члена семьи не превышает 23 тысячи рублей. Напомним, обо всех видах выплат и иной поддержки можно узнать в отделах социальной защиты по месту жительства или на сайте «Ухи будущее» и «Дети 03». На этом завершаем программу. Надеемся, что у всех наших героев все будет хорошо. Ну а если и вы знаете семьи, где родители злоупотребляют спиртным или же, не дай бог, обижают детей, обращайтесь в экстренные службы, на горячую линию соцзащиты или к нам в редакцию. Наш номер прежний 606-729. Постараемся помочь.